Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы хотели бы затронуть с вами интересную тему о методике использования интерактивных программ в обучении русскому языку как иностранному. Нам предстоит разобрать вопросы об организации и проведении интерактивной программы для иностранных студентов. Мы будем отталкиваться от примера программы «Путешествие в Россию» Тверского государственного университета. Так мы узнаем, как правильно сформировать группы приезжих студентов, как провести первый вводный урок и как организовать познавательные занятия. Итак, приступим к прослушиванию лекции. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Иностранный язык в современном обществе. Интерактивный подход в методике обучения иностранным языкам. Определение понятий интерактивный подход и интерактивная программа. Базис интерактивного метода. Интерактивное обучение русскому языку как иностранному – на примере программы «Путешествие в России». Цели и задачи интерактивной программы. Основные вопросы организаторов программ. Характеристика интерактивной программы «Путешествие в Россию». Формирование групп иностранных студентов. Вводный урок и методы его проведения. Первый блок вводного урока, второй блок вводного урока, третий и четвертый блоки вводного урока, этап работы русская программа, познавательная составляющая интерактивной программы. Иностранный язык в современном обществе. Современная жизнь подлежит глобальным изменениям. Мы можем ощущать влияние таких явлений, как информационная революция, размывание идентичности, интернационализация. Жизнь стала динамична и мобильна. И все эти изменения существенно повлияли на отношение общественности к изучению иностранного языка и освоению новых культур. Сегодня иностранный язык приобрел практическое значение. Он непосредственно используется в различных сферах жизни общества, как средство реального общения с людьми из зарубежных стран. Методы обучения языкам кардинально меняются в современной системе образования. Теперь они содержат как традиционное объяснение и отработку фонетики, лексики и грамматики, так и погружают учащегося в культуру изучаемого языка. Степень знаний учеников иностранного языка определяется умением ориентироваться и вести себя в живых, естественных ситуациях, которые имеют место быть лишь в условиях реальной коммуникации. Итак, наиболее распространенной моделью обучения сегодня является интерактивная модель. Она предполагает взаимодействие преподавателя с учащимися. В ней преподавательская роль отведена ориентированию и направлению деятельности учеников
процессе достижения конечной цели занятия. Интерактивный подход в методике обучения иностранным языкам. В методике обучения иностранным языкам интерактивный подход можно рассматривать в качестве коммуникативного подхода, как разновидность коммуникативного подхода или как модифицированный прямой метод, который включает ряд других методов. Но в последнее время обучение по интерактивному методу наиболее часто противопоставляется методу коммуникативному. По мнению Баграмова, большую часть внимания при коммуникативно-интерактивном подходе занимает сам процесс коммуникации и учебной ситуации в группе. А вот подход коммуникативный однозначно направлен на коммуникативные функции языка. Определение понятий «интерактивный подход» и «интерактивная программа». Что подразумевается под понятием интерактивного подхода в процессе обучения иностранному языку? Часто полагают, что он является собой процесс использования компьютерных технологий. Но корректнее будет понимать под терминами «интерактивный подход» и «интерактивная программа» следующее. Быть интерактивным, от английского inter – взаимный, act – действовать. Это значит находиться в процессе беседы, взаимодействовать, вести диалог с кем-либо. А интерактивный подход в обучении русскому языку как иностранному означает такой подход, при котором реализуется взаимодействие преподавателя и учащегося, учеников между собой. Преподавателем моделируются ситуации, при которых субъекты диалога активно взаимодействуют друг с другом, общаясь при этом на целевом, в нашем случае, русском языке. Так они обмениваются знаниями, навыками, развивают умение эффективно работать в команде, группе. Подобная практика развивает способность учащихся быстро адаптироваться к новой ситуации, новому коллективу и изменяющимся условиям. Понятие «интерактивная программа» подразумевает создание обучающего виртуального пространства, то есть взаимодействие, прежде всего, человека и компьютера. Однако она также может быть реализована при помощи интерактивного подхода. В обучении и интерактивных методов, в ходе которых не привлекается компьютерная техника, а именно в обстоятельствах живого общения, погружения в языковую среду и культуру страны изучаемого языка. Базис интерактивного метода. В учебном процессе, который основан на интерактивном подходе, учитывается включенность в обучение всех участников группы. Каждый из них в ходе совместной деятельности привносит индивидуальный вклад, происходит обмен знаниями и идеями. Базируется интерактивный метод на принципах взаимодействия ученической активности. Он опирается на коллективный опыт и обязательную обратную связь. Задача преподавателя-тьютора – создать особую образовательную среду, в которой происходит познавательное общение. Такая среда характеризуется открытостью, равенством позиций участников и их точек зрения. Коллектив участвует в создании совместного интеллектуального продукта, проводит взаимную оценку и контроль. Поэтому интерактивные методы можно считать одними из самых эффективных и результативных в нынешней системе образования. Интерактивное обучение РКИ на примере программы «Путешествие в Россию». А теперь в качестве примера интерактивной программы мы рассмотрим с вами международную образовательную программу «Путешествие в Россию».
Она реализуется на базе Центра русского языка и культуры Тверского государственного университета. А в ее основе лежит интерактивная модель включенного обучения. Основная образовательно-культурная направленность программы – организовать и провести краткосрочные двухдневные встречи иностранных делегаций, которые приезжают из разных стран мира изучать и совершенствовать знания русского языка. Как правило, встречи проводятся в нестандартном формате, в ходе которого иностранцы интерактивно взаимодействуют с носителями языка. Параллельно протекают два процесса. Изучение русского языка с помощью погружения в языковую среду, знакомство с русским менталитетом, культурой и традициями. Важно не только преподнести познавательно-развлекательную информацию на целевом языке в доступной форме, ориентируясь на степень освоения языка и его реализации в речи, но и предоставить иностранцам возможность самим общаться по-русски, что будет являться приоритетом программы. Цели и задачи интерактивной программы. Таким образом, определим основные цели интерактивной программы для зарубежных студентов. Первая цель – отработка коммуникативных навыков, способствующая воспроизведению и повторению объема лексических единиц, освоенных ранее. Также это положительно влияет на систематизацию теоретических знаний. Вторая цель – непосредственный процесс общения иностранной аудитории с русскими людьми, носителями языка. Он позволяет развивать навыки быстрого реагирования в нетипичных ситуациях. Несмотря на периодичность и повторяемость программы, она имеет переходные и общие элементы. Элементы варьируются в зависимости от контингента учащихся, от их культурных и национальных особенностей, а также скорости восприятия и понимания получаемого материала. Основные вопросы организаторов программ. Давайте определим ключевые организаторские вопросы. Что мы планируем сделать? Как мы хотим это организовать? Какой результат мы ожидаем? Чего мы ждем от встречи? Какова предположительно ответная реакция? Каково является наша целевая аудитория? Что мы знаем о менталитете иностранцев? Возраст и количество участников? Какова степень владения русским языком? На каком уровне находится восприятие и понимание информации? Какие элементы программы обязательны, а какие второстепенны? Какой мы получим результат? Обнаружены ли недостатки в работе и как возможно их устранить? На каждый вопрос необходимо ответить заранее, до приезда заграничной группы. Такой подход поможет в процессе работы со студентами, обеспечит легкую коммуникативную настройку и в целом послужит успешной реализации программы. Характеристика интерактивной программы «Путешествие в Россию». Итак, приступим к описанию интерактивной программы «Путешествие в Россию». Она традиционно включает в себя ряд этапов, которые выполняют определенно поставленные задачи. Определим основные элементы программы. Встретить иностранных гостей, разделить их на группы. Предоставить инструктора для каждой группы. Провести вводный урок русского языка. Активно участвовать в русской программе. Провести экскурсию по городу, посетить музеи, исторический, краеведческий и прочие. Организовать свободное общение,
прогулку по городу, обед в кафе в русском стиле и другие. Формирование групп иностранных студентов. Сразу на первоначальном этапе следует установить комфортные условия пребывания, благоприятно организовать языковую среду. Как правило, иностранные делегации приезжают в составе до 40 человек, поэтому обязательно их деление на группы. Таким образом, образуются 10-12 групп, во главе из них стоит инструктор, который назначается куратором группы и 3-4 иностранных студента. По такому принципу работать намного удобнее. Эффективность работы увеличивается в 2 раза. Важно правильно сформировать группу, чтобы студенты подбирались в зависимости от их уровня владения целевым языком, национальной принадлежности. Обычно в одной группе объединены студенты с близким языковым уровнем и прибывшие из одной страны или города. В данной ситуации инструктор совмещает функции руководителя, организатора, тьютора, преподавателя, а также друга и помощника. Вводный урок и методы его проведения. Большое значение играет первый вводный урок. Его план разрабатывается с учетом всех особенностей иностранной группы: национальность, культура, возраст, пол. Основная цель урока – знакомство, которое представляет собой беседу между инструктором и студентами, налаживание контакта с аудиторией. В ходе вводного урока составляются личностные портреты участников группы и определяются их индивидуальные черты. Общаться следует исключительно по-русски, и лишь иногда инструктор вправе задействовать язык-посредник. Как правило, это английский язык. Организация работы тьютором представляет собой процесс, в котором каждый зарубежный студент может участвовать в диалоге, выступать по всем разделам тематики, которая была заявлена. Также инструктор должен стараться вывести студента на монологическое высказывание. Это особенно важно в работе с учениками продвинутого уровня владения языка. Инструктор начинает обсуждать вопрос собственного выступления, представляя свою точку зрения. Далее в беседу включаются несколько блоков вопросов, которые структурированы по логике проведения первой встречи. Первый блок вводного урока. Начальный блок отводится общим вопросам о личных сведениях студента, о его семье. Вопросы могут быть такими: как вас зовут, откуда вы прибыли, когда вы прибыли, как долго вы живете в Москве, в каком заведении вы учитесь или работаете, какова ваша будущая профессия, какие ваши любимые предметы, чем вы занимаетесь в свободное время, у вас есть хобби. Расскажите нам о своей семье. Как зовут членов вашей семьи? Где они работают, учатся? Что они любят? Второй блок вводного урока. Далее следует блок вопросов, ориентированный на знания студента о его родной стране и о России. Примерный план вопросов. В каком городе вы проживаете? Расскажите о его достопримечательностях, особенностях климата. Охарактеризуйте свою страну. Что бы вы посоветовали посмотреть в вашей стране? Что вы знаете о Российской Федерации? Сложились ли у вас какие-либо стереотипы о России и русских людях до приезда в нашу страну? Они подтвердились? Почему вам нравится Россия? Как часто вы посещали Россию?
В каких российских городах вы бывали? Что вы уже успели посетить в Москве? Что понравилось больше всего? Что вы узнали о России и русских людях? Важно уделять внимание обобщенным представлениям и стереотипам о России, которые складываются у иностранцев. Зачастую они корректируются и полностью меняются за время нахождения в стране. Не менее интересно будет узнать о менталитете, традициях и обычаях гостей, которые раскроются в коммуникативном процессе. Третий и четвертый блоки вводного урока. Третий блок вопросов посвящен вопросам увлечений и интересов студентов, а в последнем обсуждают русскую культуру, в том числе фольклор, национальные духовные ценности. Иногда план урока включает языковые игры, работу с фразеологизмами, устойчивыми лексическими выражениями, а также знакомит слушателей с элементами этикета. Урок длится 1 час. За это время инструктору следует не только организовать комфортную языковую среду, но и стать для студентов эталоном в сфере познания русского языка. Что также немаловажно, необходимо стремиться к созданию единой команды из разнонародной группы. Этап работы «Русская программа». Продолжен описание этапов работы с иностранными студентами. Следующим из них будет являться так называемая «Русская программа». Ее задача – приобщить студентов к фольклорной культуре России, народным традициям и обычаям. Участие в «Русской программе» предоставляется одновременно всем группам и их инструкторам. Основные части программы – это знакомство с русскими народными танцами и выучивание их элементов, участие в русских народных играх, пение старинных хоровых песен, конкурсы групп в исполнении русских частушек. Непосредственно перед представлением песни и частушки рассматриваются группами по семантическим частям. Инструктор должен прокомментировать незнакомую лексику, идиомы, которые встречаются в тексте, чтобы облегчить понимание учащихся и их возможность свободно воспроизвести новые языковые конструкции. Этот этап программы – один из самых зрелищных, веселых и увлекательных. Он объединяет и сближает членов отдельных групп, создает коллектив, сплоченный народной русской идеей. Активно вовлекая иностранцев в подобные игровые мероприятия, инструктор устанавливает неформальную обстановку и расширяет коммуникационные каналы. Познавательная составляющая интерактивной программы. Итак, теперь коснемся познавательной части программы. Она представляет собой экскурсию по городу и посещение музеев. Стоит заметить, несмотря на то, что студенты участвуют в этих формах работы пассивно, их восприятие требует не меньших умственных затрат. Весь материал будет излагаться на русском языке. Поэтому для усвоения такой информации необходимы особые интеллектуальные усилия. Экскурсионный текст обычно адаптируют согласно уровню владения языком группы. Если студентам непонятны отдельные фрагменты экскурсии, они обращаются за помощью к инструктору. Отдельный и неграмментированный элемент программы это общение в свободной форме между иностранными студентами и носителями языка. Выводы по изученному материалу. Итак, подведем итоги. Как мы выяснили, использование интерактивного подхода и вовлечение зарубежных и русских учащихся в общую культурную и языковую среду
благотворно сказывается на обучении русскому языку как иностранному. Во-первых, преодолевается языковой барьер, так как студенты погружены в среду изучаемого языка, а материал экскурсии и бесед адаптирован согласно их степени владения целевым языком. Во-вторых, включенные в программу элементы обучения русскому этикету и возможность их сравнения с аналогичными элементами других культур формируют корректную интерпретацию невербального поведения учеников. В-третьих, преодолеваются негативные стереотипы о России и русских людях. Создается цельный положительный образ страны. Этому способствует доброжелательность, общительность и гостеприимство русских студентов к иностранной делегации. Знакомство их с русской национальной средой посредством песен, игр и танцев. В-четвертых, снимается настороженность, напряженность, тревожность, возникающие в чужой языковой среде и культуре. Это достижимо благодаря общению в непринужденной форме, неформальному учебному формату, искренней заинтересованности в совместном времяпровождении длительное время. В завершении встречи инструкторы обычно презентуют что-либо на память иностранным друзьям. Вместе фотографируются, оставляют контакты и в будущем поддерживают общение по интернету или даже приезжают в гости друг к другу. Итак, наше занятие подошло к концу. В ходе лекции мы узнали много нового об интерактивных программах обучения русскому языку как иностранному. Мы заключили, что такой подход оказывается наиболее эффективным в изучении языка. Студенты погружаются в языковую среду, общаются с носителями языка, узнают народные особенности страны, которую они посещают. Доброжелательность и открытость принимающей стороны позволяет избежать напряженности и тревоги у зарубежных гостей. Мы можем заключить, что интерактивные программы – это современный и наиболее естественный метод изучения новых языков и культур.